Дом по улице Виктора Ярмолы, 28/32. Девятиэтажный панельный дом 1972 года постройки. Из-за близости к дороге в квартирах может быть шумно. Тихий зеленый двор. Вокруг дома высажены цветы и молодые деревья. Установлены скамейки. Состояние входа в парадное можно считать удовлетворительным. Установлены домофоны. Мест для парковки автомобилей не предусмотрено, поэтому машины ставят на проезжей части дороги. Рядом есть просторная, частично новая детская площадка. Неподалеку есть супермаркеты, рестораны и круглосуточные ларьки. В ближайших окрестностях зоопарк, парк КПИ, станция метро. В пешем доступе расположен детский сад и остановка общественного транспорта. Дом в удовлетворительном состоянии.